Здравствуйте, Козероги, это совет Купидона для вас на ноябрь. Первая карта символизирует атмосферу месяца, у вас прекрасный маг. Вторая карта – совет, и третья карта – что не рекомендуется. По магу. Маг всегда инициативен, маг всегда говорит об общении и о каких-то договоренностях, а также о возможности выкрутить что-то вот по-своему, понимаете? Потому что маг, он такой предприимчивый человек, он общительный, он заинтересованный. Так что я надеюсь, что это будете вы. Но либо какой-то человек пытается, видите как, пытается подобрать к вам ключик, я бы сказала так. Но я буду с позиции, что вы, у вас будут возможности договориться, прийти к какому-то согласию, найти общий язык и добиться таки своего. Тогда по совету карт вам надо как-то шустрить, шевелиться, быть поактивнее. То есть оборот избавлять в ноябре нельзя. Если это речь в маге о согласии каком-то, когда было несогласие, то тогда вам надо быть понастойчивее, защищать свои какие-то права, территорию, бороться и не сдаваться. Вешать нос, опускать руки, что я не знаю, как это, нет, это уже ничего невозможно, или а я уже один раз поговорила, значит, или поговорил, там, значит, все нормально. То есть так действовать не надо. Семерка жезлов, ни минуты покоя, ни секунды покоя, все. Мы действуем, у нас там и храбрость, и отвага, и желание. Если речь о хорошем согласии, когда мы хотим добиться чего-то интересного, заинтересовать человека по магу, у вас такая возможность будет. Но тут надо, как говорится, действовать, действовать и действовать. То есть постоянно, по сути, как атаковать. Не расслабляться, не говорить, что я подарил ей один раз букет, теперь все, она моя навеки. Так не надо думать. Вот эта четверка кубков, такая, говорю, успокоенность какая-то, расслабленность, либо невидение, как я могу еще что интересного сделать. Семерка жезлов, когда мы горим по отношению к человеку, когда мы хотим чего-то добиться, или мы, допустим, или какая-то сложная ситуация, хотим отстоять свои права, мы всегда это можем сделать. Только это вопрос, внутренне собраться с духом, вопрос мужества и не давать себе покоя. Тогда вы возможности этого мага, а маг он прекрасен, потому что он настолько творческая, интересная личность, у которого все способности и возможности-то есть, только надо их активировать. Тогда вы сможете, если не будете сидеть, бездействовать или вешать нос, тогда вы сможете максимально использовать возможности этого мага. Так что, дорогие козероги, я вам желаю любви и радости. Увидимся в следующем месяце. Пока!